по его мнению, у меня раздвоение личности. Ну, в твоей же терминологии у тебя расстроение личности, потому что в одном месте ты Владимир Курчанов, в другом месте ты Братуха, в другом месте ты Братуча. Место работы — Пятый канал. Ну, хотя Братуха говорит, что он работает на каком-то там кирпичном заводе. Конфликты между мной и Братухой будут сцена из пальца, потому что он прикопался к моему имени. И также я могу прикопаться к его имени, потому что у него аж на три имени. Также Братуха думает, что он умеет жонглировать словами, там, формулировать выражения, и, соответственно, у него это выходит. Но могу сказать, что у него такой шуточки козлячий, формулирует он так себе, потому что я его, соответственно, можете посмотреть здесь, но просто там специально шел с ним на рожон. Писал мне, я писал ему, и, соответственно, я писал ему, он писал мне. Сейчас, наверное, я удалю пост в Роботрус, потому что он тупо не имеет смысла, потому что какого-либо диспута с Владимиром Курчановым не получилось, он перешел на оскорбление. Назвал меня в видео в последнем своем, что я, ну, мягко выражая, не мягко, завуалированно скажу, особь женского пола, и, соответственно, сделали некоторые действия сексуального характера со мной, так скажем. В итоге он слился и закончилось. Где это всякие статьи? Тут куча группового Роботрус. Кстати, подросла, стала 1100 человек. Я специально пошел с ним на конфликт. Специально хотел подискутировать. Люди бы также... Кто-то за него был бы, кто-то за меня был. В общем, должно было быть все интересно по моей задумке. Мы не договаривались с ним. Я сделал вид, что да, я такой... на самом деле подумал, что можно Red Z и Киберсони как-то перепутать. Да? Хотя только что он показал, что у него вообще три имени. Я с позитивом снял видеоролик про Киберсоника. И объяснил, кто такой Глокман. Но Киберсоник решил посраться. Хорошо. Сри. Только сырьёшь ты под себя. Никаких фактов. Воздух. Пыль. И еще обижаешь Лану Марс. Зачем? Обидел Гудлайка. Инвалида на коляске. И он дико думает, кстати, что все обижаются дико на его едкие замечания. Ну, в общем, на самом деле у человека какая-то тройная шизофрения, тройное разваление личности, и живет в мире своих фантазий, где он великий тролль, глаголом жжет сердца людей, и все его слушают и внимают. Ну, кто его слушает, мы знаем. Этих людей можно охарактеризовать как быдлятник. Еще осталось рассказать про инвалида, и думаю, тема конфликта не то, что исчерпана, конфликта никакого не было. Я хотел, пошел на поводу у Братухи, хотел, соответственно, повеселить народ, а народ... Так, и про инвалида... Ну и про инвалида переходим. На этом, думаю, тему закрываем, потому что конфликта никакого нет, потому что человек дурачок и еще по дурачка косит, якобы изображает из себя тролли, и якобы думает, что у него получается подтупливать так, чтобы, соответственно, человек старался прокомментировать что-то. Но я специально буду ему комментировать. Пусть думает, что ему все удалось. Он же такой у нас умный. Инвалид, сам инвалид обиделся на меня, что я назвал инвалидов нормальными людьми. Потому что тот инвалид, который называется Good Life, поставил себе на аватарку, что он бедненький, на инвалидном кресле. Что ставят на аватарку? Ну, ставят, соответственно, лучшую фотографию, там, достижение, самый лучший вид. Он поставил, соответственно, самое лучшее, что у него есть, что он достиг, это инвалидное кресло. Также он писал, что у него ДЦП, если не ошибаюсь, и у него плохая реакция. А он инвалид. То есть у человека потребительское отношение, что все ему вокруг должны.
Так что те люди, которые, соответственно, прибедняются, для меня просто ленивый лоботряс. Так что ты инвалид, не инвалид, не по барабану. И так как он подписчик Братуха, а Братуха собирает возле себя такого быдло-быдло коллектив, туповатый быдло коллектив, то я думаю, этот инвалид тоже не большого ума, мягко выразимся. Потому что он выбрал для стримов и видеоконтента игру, которой он явно не предрасположен из-за своих физических особенностей. Эта игра не для тебя. Но данный индивид все-таки решил, что это его игра, и все должны подписаться на его канал только из-за того, что он гребаный инвалид, гребаный инвалид, гребаный инвалид, гребаный инвалид, гребаный инвалид. Представляете?